Может, вы мне скажете? Ты странный. Ну так вот, за это лето я ни разу нигде не побывал на море. И вот только сейчас появилась такая возможность. Сейчас я нахожусь в Сочи, точнее в Адлере, в отеле Азимут. Первому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Николаю Александровичу Панин-Коломенко. В 1908 году за свои деньги купил билеты и поехал в Лондон. Там стал олимпийским чемпионом. Итак, сейчас мы с родителями бывали в олимпийской деревне, нам устроили экскурсию. Теперь мы сейчас находимся в Сочи парке. Вот, вот эти все бешеные горки. Так как в Сочи парке запрещена фото- и видеосъемка, но вообще она не запрещена, но только на аттракционах, поэтому я вам скажу, где я был, так буду показывать сейчас, давайте. Я катался тут, 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 тут. Кстати, на вон той желтой горке я прокатился 4 раза, и все эти 4 раза я чуть не обкакал свои штаны. На этой горке, в принципе, не так уж и страшно, кроме одного момента. Сейчас вам его продемонстрирую. Вот, один минус, это вот эта вот петля, вот. Но это, конечно, не так уж заметно, когда ты там катаешься, но все равно мне было страшненько, ох. Также здесь есть какая-то площадка, вообще. Сейчас будем смотреть, что это такое. Начинаем. Идет. О, господи. О, обосраться можно. О. Вот тут вообще катался. Ой, ё-моё. Маты? Это стрёмно. Я очень полез туда. Что-то внизу. Да, что-то мне тоже стрёмно. Не полезу. Если, видимо, лестницу делали, но потом подумали, что маленькие дети могут спрыгнуть. Что я заметил тут? Все покрытие в щепках. Вообще, вообще абсолютно все. Если честно, реально чем-то Дисней напоминает. Так, ну-ка. Что это такое за шестеренка? Так, я боюсь, я зайду сейчас. И меня обольет немножечко. Воу, воу-воу-воу, парень. Короче, такие шестеренки, такие большие. Фонтанчик такой. Водичка. А ну тихо! Закрой свой рот! Уи! Сейчас будем прыгать. Так грохнуться можно. Невозможно. Здесь я не знаю, как я буду идти с камерой. Господи. А это шампур, это бату.
Также, как обычно, в Сочи, в Адлере, тут очень много пальм. Пальмы везде, везде, везде. Везде пальмы, нету такого места, чтобы не было пальм. Если лес, это пальмовый лес, все в пальмах. Как по мне, самая страшная горка в Сочи парке. Вот самая страшная горка, по моему мнению. Я на нее не суюсь даже. Реально, она очень высокая, страшная, ну, пипец вообще. Кстати, вот отсюда, где я сижу, очень офигенный вид на горы. Ну, конечно, камера не передает всю красоту, но вот. Как-то так. Ну, мне нравится, классный вид, классный Сочи парк. Вот здесь есть какой-то прудик. Такой малюсенький. О, уточки, уточки, уточки. Итак, все, мы выходим в Сочи парка, было интересно. Думаю, еще как-нибудь сюда приехать, отдохнуть.